только я могу выйти в эфир, до этого забыть пароль от контакта. Сейчас я извиняюсь за задержку, потому что я долго искала пароль свой. В итоге я пока залипла на этих масочках, выбрала себе вот такой. Мне кажется, она мне к моему образу сегодня очень-очень подходит. Присоединяемся. Я сейчас максимально быстро донесу информацию, которая мне нужна, потому что у меня тоже запланированы какие-то дела, поэтому я сейчас быстренько-быстренько прям расскажу. Поэтому сейчас подождем еще минуточку. Тема у нас будет именно как заработать в нашей команде. То есть те, кто... То есть я не буду рассказывать о продукции. О продукции куча всего на Ютубе, есть в моем Инстаграме, есть в моем ВКонтакте. Я сейчас буду рассказывать именно про продукт, про бизнес именно в компании и про то, как здесь можно заработать в нашей команде. Прикольная такая вообще масочка. Начинают звонить, как обычно, именно во время прямого эфира. Так, сейчас как тут подключить комментарий? Я не знаю. Ребята, как тут отключить комментарии? Потому что я в ВК первый раз в трансляции вообще. Это изначально нужно было отключать, наверное, да? Комментарии. Ладно, не будем тратить время. Смотрите, сейчас расскажу именно, как заработать в нашей команде. Я постараюсь быстренько донести, чтобы не тратить ни ваше, ни мое время. Все вы видели на моей страничке, чем я сейчас занимаюсь, да, в какой компании развиваюсь. Вообще, эта компания, это эко-холдинг такой, который за 3 года заняла лидирующие позиции на рынке. То есть не только на нашем российском рынке, мы сейчас вышли еще на европейский рынок. И продукция, она реально разлетается по миру, как горячие пирожки. То есть спрос на продукцию настолько большой, что склады не справляются даже с объемом, настолько востребован продукт. Вот я уже неделю охочусь за скрабом антицеллюлитным, там, за тюрбаном, за какой-то там салфеточкой. Я не могу ее достать, потому что склады не справляются с таким потоком заявок на продукцию. То есть продукция очень сильно востребована. Компания реально феномен, потому что она за 3 года сделала в 8 раз прирост больше, чем обычные компании в MLM-индустрии, да? И это реально лучшее сейчас предложение на рынке в плане кризиса, в плане удаленной работы, в плане зарабатывания денег и в плане эпидемиологической ситуации. То есть у нас именно продукция актуальна на данный момент, в данный период времени, потому что она как раз направлена на антибактериальные какие-то, да, на уборку, на ту же самую антибактериальную, плюс на вот эти антисептики, да, вот, то есть все именно актуально, то есть продукция в данный период времени самое востребованное. То есть это экология, это безопасность, это напитки, допустим, те же самые для иммунитета, для здоровья, для против вирусов, да, и так далее. То есть продукт сам простой и понятен, то есть он доступен понятию и от ребенка до пожилого человека. То есть не надо объяснять, допустим, человеку, зачем, ну, к примеру, да, туалетная бумага. То есть всем понятно, зачем. А также не нужно объяснять, зачем там чаи, шампуни, салфетки. То есть продукт настолько понятен. И фишка в том, что... Сейчас пока присоединяйтесь, да, народ идет. Смотрите, фишка в том, что компания Greenway, да, которую я представляю, то есть это единственный представитель в России, который именно представляет вот это ультратонкое рассеченное японское микроволокно. То есть как в Японии его разработали, потом его запатентовали, и потом уже, как сказать, то есть он эксклюзивный продукт, он уникальный продукт. И за счет того, что он уникальный, эксклюзивный, он не стал дорогим. То есть он в любом случае доступен любой семье. Ценовая категория от 100 рублей до 1000 рублей. То есть доступен абсолютно всем попробовать. И это флагманский продукт. То есть салфетки те же самые, да, которые сейчас у меня получается. Салфеточки мои любимые. Продукт флагманский, и они именно из микроволокна. Сейчас не буду вдаваться в подробности, как он там рассечено, какими рассечениями и так далее. То есть все о продукте я сейчас не буду рассказывать. Но, как я сказала, что это продукт эксклюзивный, да, и продукт, самое главное, продает сам себя. То есть не нужно, допустим, вот про крем, да, как мы рассказываем, он питает, он там увлажняет и так далее. Здесь не нужно даже знать свойства продукта, то есть не надо знать там, что он состоит из полиамида, он там делает то-то, то-то. Просто можно взять один раз салфеточку, взять грязную сковородочку, протереть весь этот жир в холодной воде только салфеткой и водой, и все. У вас уже есть клиент, у вас уже есть продажи, все уже говорят, вау, я тоже хочу и так далее. Причем цена там буквально там 231 рубль и продолжительность, срок службы, да, 3 года. То же самое про антисептик. Сейчас не надо рассказывать, зачем он нужен и так далее. Просто показали, как вы руки обработали, да, масочку пшикнули, пошли. То есть продукт настолько
простой в, ну, как бы не то, что в рекламе, но в продажах, что не нужно о нем там описывать, там, знания какие-то знать и так далее. Просто достаточно один раз, допустим, ролик снять, да, выложить в сторис, там, показать, как он работает, все, показать маме, как он работает. Вот я сейчас, кстати, скоро поеду, ну, в свой город и тоже уже все, я маме возьму эту салфеточку, я маме возьму там для стекла, я возьму маме порошок и так далее. То есть три направления: экология быта, экология красоты, экология здоровья, да. И все, вообще в Японии, кстати, давно уже перешли на такие альтернативные способы мытья посуды, мытья вообще всего, то есть это мы почему-то до сих пор пользуемся вот этими всеми вредными порошками и так далее. Приведу свой пример. У меня вот эта салфетка, кстати, лежала, я давным-давно сделала заказ, у меня салфетка вот эта лежала в упаковочке, в коробочке, и лежала салфетка для стекла. И мы были в больнице, как вы знаете, да, я приезжаю, и как бы я думала, ну, сейчас фейри закончится, я потом ее попробую. Приезжаю, у меня тут гора посуды, муж, естественно, там мало чему. В общем, гора посуды у меня, и холодная вода, нас отключили воду. Я думаю, блин, ну вот это именно тот момент, когда мне стоит попробовать эту салфетку. Если она мне не понравится, все, как бы, я не буду даже ее там кому-то рекламировать и так далее. Я офигела, честно, ребят, я офигела, когда я гору посуды просто в холодной воде, у меня есть ролик на ютубе на эту тему, там, я всем подружкам уже это все раскидала, отмыла вот этой одной салфеткой гору жирной посуды, и теперь просто это моя любовь на всю жизнь, я никаких фейри, там, теперь уже все, даже близко не хочу признавать. Простой второй пример. Пользуюсь тоже вот этими пластинами, да, я уже тоже рассказывала про это все. Пластины для стирки, которые не имеют запаха, которые именно отстирывают хорошо, и они натуральные. Ими можно даже мыться, мыть руки, то есть брать в пояс, там это очень удобно и так далее. А муж свою одежду, ну, как бы рабочую, он стирал, ну, купил специально Ариэль порошок, стирать именно свою одежду. Приносит, начинает стирать, вешает одежду, и это ужасный запах, господи, это нереально блохимозный запах. Я говорю, все, даже чтобы больше вот этого не было. Потому что когда ты начинаешь пользоваться вот такими продуктами, которые действительно безопасны для здоровья, для дыхательной системы, то ты уже не можешь больше воспринимать эту блохимозность, ты ее сразу прям чувствуешь. И все эти экопродукты вообще, я не буду сейчас вот про каждый говорить, это все есть на ютубе и везде. Все эти экопродукты, они разрабатываются в Томской, Новосибирской, научными сотрудниками, да, в Академгородке, я сама из Новосибирска, сама здесь живу в Новосибирске, я в Академгородке тоже была, и поэтому для меня это тоже очень важно, то есть, как бы, ну, что вот в Новосибирске, в России, да, продукция разрабатывается при правительстве Российской Федерации. Также люди настолько вдохновлены продукцией после использования, что на Ютубе более миллиона роликов, представляете, более миллиона роликов отзывов именно о продукции, то есть все там, а вот это была, вот такая кастрюлька была, стала вот такая, я там постирала белье, вот пятна отошли, а я там чай попила, похудела, а я там чай попила, забеременела, ну, то есть, в общем, куча-куча отзывов, можете даже загуглить, если мне не верите. И Greenway вообще первая компания в MLM-бизнесе, которая ввела именно жилищную программу, то есть, если в обычной компании, да, там, ну, в сетевых, это автобонусы, это путешествия, это там зарплата и так далее, то здесь еще и жилищная программа, то есть, когда вы выходите, допустим, на мастера, держите квалификацию 3 месяца, то компания вам платит первый взнос за ипотеку в квартиру от 5 миллионов. То есть это новая фишка такая интересная. И, кстати, про салфетки, да, они еще, помимо того, что они долго служат, они экономичны, они практичны, они еще и с ионами серебра. То есть они еще и бактерии, микробы, вот этот жир, вот это вот нагарь какую-то, въевшиеся пятна, следы от косметики, да, следы от пыли, это все убирается, они впитывают это в себя, но при этом они сами бактерицидными свойствами обладают, они сами себя как бы, ну, как бы чистят, да, то есть их мыть нужно только детским мылом и хозяйственным. Ну, сейчас не буду отдаваться в подробности про продукцию. Итак, продукт продает сам себя, этот бизнес очень удобен, легок, потому что простой продукт, доступный, он легко рекламируем, продаваем, да, и так далее. Теперь давайте поговорим, как здесь можно заработать на этом. У нас есть три категории, то есть у нас есть и travel-бонус, автобонус, там, и подарочный бонус и так далее. Я сейчас не буду об этом, я расскажу именно три ключевых категории. Это личные продажи, да, когда, ну, допустим, в каждой организации, где бы вы ни работали, да, допустим, там, Аскания, Супермаг, там, не знаю, Магнит Косметикс, есть личные продажи, да, есть план продаж. Здесь в компании, чтобы зарабатывать, чтобы вам платили деньги, это 3800 в месяц. Это не 15 тысяч, не 25, как у меня было в Аскане и так далее. Это всего лишь 3800 в месяц, да. Если вы перевыполняете этот план продаж, вам возвращается кэшбэком 40%. То есть, к примеру,
Допустим, если вы выполнили 50, если вы выполнили план продаж, да, купили что-то себе, ну, вы чисто попользовались там и порекомендовали другим. Если же вы выполнили, допустим, ну, к примеру, 300, 500, да, единиц, то у вас с кэшбэком получается где-то 6-300 примерно, уже деньгами реальными. Дальше идем, групповые продажи. Ну, то есть вот чтобы не быть продажником таким, да, вы можете покупать, допустим, только себе, да, чтобы не быть таким продажником, который там ходит и впаривает продукцию. Есть групповые продажи, то есть у нас есть структура, большая, огромная структура, более 6 тысяч человек, основатель ее Екатерина, да, она сейчас гранд-мастер у нас, я вам покажу, что такое гранд-мастер, у нее чек в месяц 533 тысячи, и она очень грамотно ведет нашу команду, наш бизнес, да, она именно показывает, как современными методами это можно делать, через интернет, как развить свой Инстаграм, как личный бренд развить, как Ютуб, Телеграм, там, ТикТок и так далее развивать. У нас обучение в виде сайта, да, обучающего, где ты проходишь обучение, плюс у нас обучающие чаты, плюс у нас там какие-то интересные такие, знаете, даже вот, ну, допустим, такие соревновательные моменты, когда вот подарочные есть моменты, когда если ты какую-то квалификацию закрываешь чисто от нее. То есть она создает такой бизнес-процесс, который именно правильно настраивает работу команды, и ты быстрее выходишь на результат. И сейчас вот фишка, почему я начала вообще этот прямой эфир, будет в конце. Также у тебя есть я, да, у вас есть я, которая всегда там расскажет, покажет, всегда там индивидуально расскажет, как что делать, поможет в каких-то моментах, да, и объяснит, то есть расскажет, как здесь можно заработать и поможет именно найти тех клиентов, как-то прорекламировать, может быть, этот товар, либо как-то клиентский чат создать и так далее. Вот, и когда ты, допустим, регистрируешься, да, ты становишься частью вот этой большой команды, и получается большой команды, да, и получается, что про базу, Серёж, брал базу, только толку от нее ноль, вы серьезно? У меня буквально вчера за 1500 купили, не знаю, толку ноль. Вы можете посмотреть мои чеки, которые я сегодня выложила в, скажите, господи, где, на стене. То есть, ну, это не знаю, это, наверное, смотря как продаете, либо как вы рекламируете товар. Это во-первых. Сейчас мы не про базу, сейчас у нас тема другая. Если вас не интересует эта тема, то как бы вот. Здесь, кстати, отличие есть от базы, если уж мы затронули эту тему. Здесь обучение, я сейчас скажу почему. Смотрите, есть премии. В премиях в чем фишка? Вот есть, допустим, вы, Сергей, да? Вы приводите, допустим, там какого-нибудь своего знакомого, да? Он делает вот этот план продаж, вам за него 700 рублей. И за каждого такого знакомого, который пришел к вам в первую линию, 700 рублей. То есть, если он, допустим, сделал план продаж на 3800, вам 700 рублей. Если он сделал меньше, купил чисто там, не знаю, на 200, на 500 рублей эту салфетку несчастную, то меньше, допустим, рублей 70-100, но тем не менее капает. То есть, за каждого человека, который подключился в вашу линию, капает вот этот премия вот эта, да? Называется она бонус наставником, я как бы ее называю премией. И она выплачивается ежемесячно. То есть это реальные деньги, которые вы можете получить наличкой, можете приехать в региональный центр, если он у вас есть в городе. У нас вот 3, допустим, региональных центра в разных точках города. Можете приехать и там обналичить деньги. То есть первое – это с личных продаж возвращение кэшбэка 40%. Второе – это групповые продажи, когда от общего оборота структуры, общего оборота команды, да, от 6% до 24%. И плюс самая фишка – вот эти вот премии, бонус наставника, когда ты за каждого человека получаешь 700 рублей. То есть если, допустим, 14 человек умножим на 700, но это уже 9800 только премия. Вот, и такого нет, кстати, ни в одной компании, именно вот этого бонуса наставника. Вот, а также есть автобонус, такая мотивашечка интересная, то есть когда компания тебе, то есть если у тебя товарооборот 1 300 000, то есть, казалось бы, это очень много, 1 300 000, но за 2 года, то есть компании 3 года, за 2 года компания уже выдала 200 сертификатов на Мерседесы, и, соответственно, 200 человек уже смогли это сделать. То есть вы тоже это можете, почему бы и нет, если они смогли, что мешает, как говорится, вам. При правильном построении, создании процесса работы, да, при правильном построении клиентской базы, там, реализации продукции, при правильном обучении и так далее, все это возможно. И компания говорит, что то есть вы берете кредит в банке, да, на автомобиль, получается, на 3 года, то есть он в вашей собственности, документы идут на вас, оформляются на вас на 3 года, и компания платит 60 тысяч в месяц за этот автомобиль, если вы держите эту квалификацию, 60
тысяч в месяц. Вот, поэтому как бы это именно по программе. А дальше какие тут цифры можно заработать? Я примерно так накидала план. Здесь получается, вот смотрим, первая квалификация у нас идет S1, да? S1. Здесь от 7 до 11 тысяч. А здесь S2 там от 11 до какие там 20, не вижу тысяч. И самая крутая квалификация – это лидер, да, вот она, 4, вот она, от 30 до 100 тысяч получается. Все, как бы, которые новички приходят, мы как бы ориентируем их на эту квалификацию. И смотрите, в чем фишка. Независимо от того, как растет доход, 7 тысяч, 11, 20, 30, там, 100, 300, там, миллион и так далее. Независимо от дохода, вот это вот план продаж, он остается неизменным. Он как был 3800 на первом этапе, так он на сумме 300 тысяч, он все равно остается 3800. То есть он абсолютно не меняется. Зависит это от количества человек, которые у вас в структуре, да, которые именно делают активные продажи. И сейчас у нас, вот, то есть, как бы, открывается с 5 июня, почему я начала этот прямой эфир, собственно говоря, с 5 июня у нас запускается такая обучающая программа, чат «Запуск новичка» он будет называться, где вас мы научим, как выйти в первый месяц на доход вот этот вот от 7 до 11 тысяч, и во второй, чтобы месяц уже, перешагнув вот эти две ступеньки, вы уже во второй месяц, чтобы вышли на доход от 30 тысяч. Там будет полностью обучение, чтобы каждый человек, который присоединился, подключился, да, он, чтобы уже вышел на доход, получил свой финансовый результат, потому что это очень важно. Когда ты получаешь финансовый результат, соответственно, ты уже можешь похвастаться, да, другим, и люди сразу присоединяются. И важно, чтобы человек стал профессионалом этого дела, потому что, ну, профессионализм очень ценится, чем ты профессиональнее в любой сфере, будь ты слесарь, будь ты продавец-консультант, будь ты там еще, там, не знаю, стрижешь ты, чем ты профессиональнее, тем у тебя больше оплата труда. Соответственно, наша задача как структуры, как команды, да, как команды тебе дать обучение, чтобы ты стал профессионалом, плюс чтобы вывести и получил ты финансовый свой результат. То есть какой ты хочешь финансовый результат, зависит как бы от тебя, какой вот ты хочешь, допустим, да, 30 тысяч. Вот я именно хочу от 30 до 100 тысяч. Но в этом месяце у меня получается 19 тысяч, то есть как-то так пока что. Вот, но сейчас у нас 5 июня стартует запуск новичка, в который я приглашаю. Что нужно для этого сделать? Первая регистрация. Регистрация, она бесплатна. Она вообще абсолютно ни к чему не обязывает. То есть, если, допустим, в течение 3 месяца вы ничего не делаете, сидите как бы ровно, да, то аннулируются контракты и все, в принципе. После регистрации я добавляю в чат новичков и в продуктовый чат. Вы знакомитесь вообще с информацией и даете мне обратную связь. Что дальше? То есть, либо вы становитесь клиентом, покупаете для себя продукцию, да, либо вы именно идете в бизнес и обучаетесь. И дальше уже активация уже контракта сама, да, там я уже рассказываю, как это сделать, мы сами уже думаем с вами вместе, либо вы себе берете, чтобы продукцию попробовать, да, уже была какая-то возможность рассказать другим свои восторженные отзывы, либо можно именно за счет знакомых, рекомендаций, там, клиентского чата и так далее, то есть это уже как бы обсуждается отдельно. И после вот этой активации контракта добавляю тебя в чаты, обучающий чат, это чат структурной нашей команды, да, чат по личному бренду, на сайт, где у нас проходит полностью обучение, и плюс вот в этот запуск новичка. То есть, если учитывать, что запуск новичка стартует 5 июня уже, это нужно уже сейчас сделать регистрацию и до 5 июня успеть активировать контракт, чтобы попасть именно в этот запуск новичка, чтобы уже в первый месяц, начав работать, уже заработок был от 7-11 тысяч. У меня еще есть схема своя, как бы, если нужно будет интересно, я скину ее в личку, у меня отдельное видео по ней, не буду сейчас я долго рассусоливать. Есть своя схема, как именно на вот этом первом этапе заработать не от 7 до 11, да, а от 11 до 19, вот как я сейчас иду на 19, да, и как на вот этом этапе, где я лидер, да, где от 30 до 100 тысяч заработать в первый же месяц, в первый, самое ключевое это в первый месяц, от 27 до 52 тысяч. То есть вот сейчас именно направление такое, быстро растет сама компания, спрос превышает предложение, компания просто, я не знаю, бьет все рекорды по приросту, 8 раз прирост, и, соответственно, команда быстро растет, потому что наш наставник, да, который уже там гранд-мастер, она дает правильное обучение, правильно направляет команду, и, соответственно, мы все быстро растем. Поэтому присоединяйтесь, пишите
мне в личку, я все расскажу. Дам ссылочку на регистрацию. Пока вы регистрируетесь, смотрите информацию, там уже решаете. Либо вы становитесь клиентом, просто покупаете, приобретаете продукцию. Там я уже могу вам дать даже рекомендации свои какие-то подсказать, да, дать обзоры на продукцию, что нужно купить. Либо вы становитесь именно партнером компании в плане бизнеса. И мы уже дальше общаемся с вами по поводу именно как развивать здесь бизнес, да, как здесь первые шаги сделать, как здесь заработать, какую сумму нужно, сколько там нужно всего сделать и так далее. То есть вы обучаетесь, становитесь профессионалом и уже дальше получаете свой первый финансовый результат, который, как напомню, вы можете обналичить в любом региональном центре, приехать и получить живые денежки уже себе и потратить их на ваши всякие хотелки. Поэтому пишите в личку, кому интересно такой вариант. Я завершаю, потому что мне еще в Инстаграме нужно будет. Так, как там завершить?